Пожар в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Горела квартира по улице Карпенко-Карова. Общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. По одной из версий, причиной пожара могла стать привычка хозяина сушить белье над плитой. На месте происшествия работали спасатели, дежурила скорая. Помощь медиков понадобилась 72-летнему владельцу квартиры, инвалиду по зрению, который отравился продуктами горения и получил ожоги. Его доставили в городскую больницу экстренной медицинской помощи.